Беглый экс-президент Виктор Янукович помешал ввести военное положение в Крыму в 2014 году. Об этом на допросе в Оболонском райсуде столицы заявил бывший министр обороны Михаил Коваль. Он рассказал, что вывод войск должен был планироваться заранее, но Янукович попросту не вмешивался в ситуацию. С полуострова удалось вывести лишь незначительное количество военных. Многие из них изменили присяги. Верховний Головнокомандуючий повинен був спланувати, а плана такого не було. Це я чітко побачив, що Верховний Головнокомандуючий цього не зробив. Армія не була готова, вона була деморалізована. Скажу вам відверто і прямо, це було знищення Збройних сил України.